Если вы обнаружите, что амлодипин больше всего подходит к вашей гипертонии, поддерживает давление лучше, чем другие лекарства, но вы не можете принимать его непрерывно из-за отеков или других осложнений, проблема может быть в рацемической форме. В большинстве случаев люди принимают именно рацимический амлодипин, состоящий как из S-амлодипина, так и из R-амлодипина. Гипотезинный эффект объясняется исключительно S-амлодипином, тогда как осложнения, такие как отек, связаны с R-амлодипином. Поэтому если у вас возникли осложнения при использовании амлодипина, переход на S-амлодипин может быть полезен. Таким образом, вы сможете сохранить все преимущества препарата, избегая побочных эффектов, связанных с с R Важно отметить, что s амлодипин доступен под различными торговыми марками, которые могут различаться в зависимости от региона. Чтобы определить конкретные бренды, доступные в вашем регионе, советую проконсультироваться с вашим лечащим врачом или фармацевтом. Они могут подсказать подходящие альтернативы и помочь вам принять обоснованные решения относительно вашего лечения. Спасибо за внимание. И распространение видео.